на первом этаже было вот, вот Адая, вот все на свалке там ил. Ну, вот такой, ну, конечно, невозможно было мне ходить. Дома тоже самое. На первом этаже все вынесли, все на свалку. Три КамАЗа, да. Реальная помощь, да, в размере 500 тысяч оказали, да. Вот. Ну, мы пока как, тихо-тихо вот материалами закупаемся, там вот технику, это вот технику говорю, вот, холодильник взяли там. Ну, тихо-тихо вот это набираем, вот фанеры беру, в общем, сейчас машины заказал там. Там вообще затопило, там ил стоит, воняет. Много чего выкинули. У нас две тёлки утонуло. Большие тёлки. У нас сено, вот все. Мы то, что купили на 52 тысячи, у нас сейчас выкинуть надо это все. У нас куры утонули тоже. Приходила, не раз приходила. Спрашивали все, что у нас случилось, как это все было. Мы все рассказали, как это все было. То есть вода по колено, не по колено, а вот до этих пор я выходила, внука выносила через эту всю воду. Потом тоже на лодке приехали, притащили одну лодку, вывезли тоже остальных внуков. 130 заявлений поданных. Из них, значит, категории у нас получилось. Три категории, как и сказали, определили. Значит, самые такие пострадавшие две семьи, они получат по 300 тысяч бюджета города. 14 семей попали в категорию, которые получат по 200 тысяч рублей. Все остальные, значит, вторая и третья категория, от 50 тысяч до 150 тысяч. Все было в воде, в грязи выли. Все выкинули. Горку, диван, кресло, ламинаты. Отсюда из кухни. Кухонный набор, стиральная машинка, холодильник. Все мы выкинули. Сколько вам выплатили? 200 тысяч. Угу. Этого достаточно для того, чтобы... Ну, на забор не хватает. Вот это вокруг. Забор и... Ну, это нормально. Мне больше не надо. За это тоже огромное-огромное спасибо. У людей еще хуже есть положение. Правильно же? Пострадало 87 дворов. Уже 35 дворов уже были выплачены деньги. Деньги выплачиваются с бюджета Гайковского района. И некоторую сумму будет выплачена с бюджета администрации поселка Псей. В этой комнате у меня дочка до этого упала с пирса, и она лежала на перелом крестца, и под вопросом был перелом позвоночника. Мы ее успели только перенести, и все. И полностью все было в воде. Откуда вода шла? Вода шла в поле. Вот мы потом к заявлению написали, и вот 500 тысяч выделили. На восстановление это чувствовали? Ну да, на восстановление. Что-то уже вы успели сделать? Пока еще ничего. Вот ждем трактор. Завтра обещают, что придет. В общем, за эту стихию пострадало около 300 домов. Но заявления, которые были написаны, около 100 заявлений, люди обратились, остальные, так бы сказали, мы своими силами. И многих просто обошло. Выплаты от 50 до 500, но самое большее, 3 миллиона, это жибовцев.